Здравствуйте! В эфире программа «Глас народа». Когда наступают холода, самое время кутаться в уютные пледы с чашечкой горячего кофе или чая и с головой погружаться в чтение книг. Мы поинтересовались у северян, за какими книжками они проводят свободное время и какие книги произвели на них большое впечатление. «Великий Гэтсби» читаю, потому что мне очень нравится эта книга, и я смотрела фильм по этой книге, то есть мне очень нравится актер, который там снимается, в общем, вот поэтому и читаю. Просто сравниваю книгу с фильмом. Последнюю книгу, которую я читаю и регулярно перечитываю, это книга для родителей Антона Семеновича Макаренко, у которого, кроме известной всем педагогической поэмы, есть еще и другие замечательные книги. Вот он мой любимый автор, его часто читаю. Люблю стихи Маяковского, его тоже иногда почитываю. Я люблю читать «Атлас мира», потому что там много стран. Люблю вообще географию так-то. Мне очень понравились три книги: «100 великих городов мира», «Атлас мира», и мне еще нравится читать стихи. На данный момент, так как у меня ребенок, второклассница, мы читаем Чука и Гека Аркадия Гайдара. Очень нравится Оля Валяева, советую всем почитать. Это «Искусство быть женщиной», книжка неплохая. Советую почитать всем девушкам. Потом Лада Куровская, это славяно-арийские веды. Советую почитать. Я читаю «Сталкера», потому что она из-за игры компьютерная. И много там фантазий, всякие приключения. Там аномалии, все такое. И читаю Стивена Кинга про ужастика. Ну, про фильмы там показывают, и все. Какие книги на вас произвели большое впечатление? Ну, сказки с детства. Русские народные сказки. «Алик против Терминатора» читаю сейчас, потому что нам это задали по школе читать, она интересная. Последний раз читал «Лесажа». Это «Жизнь и приключения Жиля Бласа». Вот, очень хорошая книга. Понравилось мне. Ну, это типа, как вот, знаете, испанские новеллы. Примерно то же самое. На меня больше впечатления произвели «Лесаж». Потом, значит, вот забыл фамилию писателя, это «Хромой бес». Вот. Ну, а из русских больше всего я люблю Лермонтова, конечно.